Nee. Привет, Деус. Так. Чё так лениво стримить? Вообще нету слов. Я как-то такой, типа, пришел домой, понял, что лучше бы я на кровати полежал бы, но я уже пообещал, поэтому надо. Немножко, так сказать, вечерних страданий. В танк я сегодня зашел. За один бой выполнил квест. Притом за бой на арте. И слава богу, в принципе. Особо зависать желания никакого не было. Ну, вот так вот. Что пьешь воду? Минералка, и в ней разведена витаминка. Этот. Хаосовская. По вкусу напоминает какую-нибудь фанту. Только в разы менее калорийный и даже полезно. Витаминки, правда, нельзя злоупотреблять. Я бы так каждый день бы пил ее. А так, на мой вес, я могу две штуки в день выпивать. Без напряга. В общем, забавная штука получается. Довольно приятная на вкус. Суданскую розу, это вино какое-то или что? Привет, Гос. Про удачный квы смешно, смешно, я оценил. Ну ладненько. Я чё сейчас залипал, смотрел Абвера. И чё-то я думаю, дальше можно было бы лежать и смотреть Абвера, но... Саш сказал, что будет стрим. Саша должен постримить. Весь пикач сейчас у зебры, ну, я считаю, это хорошо. Мы как бы разделяем интеллектуальную аудиторию и не очень интеллектуальную аудиторию. Давай назовем это так. Если не очень интеллектуальная территория будет сидеть на стриме зебра, ко мне будет приходить мозговая элита, я буду только рад. Орк. Это тяжелый матчап. Матчап, в котором свете... Грумберт! Лол! Это зритель. Я даже не знаю, он сейчас... Он сейчас специально заснайпил или это случайность? Проверить, конечно, нетрудно. Сейчас... Опа! Ну, понятно. Снайперки у нас тут. Привет, Грумберт.
что у него там со статистикой? 0-2-1. Ага. А чё у тебя такая плохая стата за орков? С орками очень тяжело играть. У них такая же сила, как у меня. Только при этом у них есть 4 блицера. Играть против 4 блицеров очень тяжело. То есть, с учетом того, что у него 2 блицера с гвардами, то я по силе даже проигрываю. У меня еще и 2 рерола всего. Короче, все плохо. Эту игру будет тяжело. Когда тебе 25, со 17-летней нет. Кто тебе это сказал? Вообще нет. У тебя какие-то предрассудки. Вот если ей 15, и тебе 19, то, наверное, да. А если там так-то и так-то, то, наверное, нет. На, у меня тоже есть гвард. О, блин. Вот это новость вообще. Я думал, у меня гвардов-то и нету. У меня же есть гвард на звере Нургла. Да. Я в 25 с 35-летней встречался. Норм. Любви все возрасты покорны. Тырын-тырын-дын-дын-дын-дын. Ну, в общем, если Грумберт умеет играть, то мне будет очень тяжело. Но это серьезно, это как бы... Это не самый худший матчап. Хуже, наверное, играть там с какими-нибудь ящерами или с кем-нибудь подобным. Но это очень тяжелый матчап, в котором будет реально тяжело играть. Я понял, в чем моя проблема в игре Нурглами. Я слишком быстро начинаю тильтовать. То есть тыр-тыр-тыр, и я уже психую, когда у меня что-то не получается. Начинаю совершать какие-то ошибки, и... Выходит, это плохо. Надо работать над собой. Да, возраст вообще не так важен. Я так думаю. Блин, у меня в Blood Bowl наиграно почти 700 часов. Офигеть. Привет, Spiritual Crew BBL. Нет, я просто пообещал сегодня стрим. Наступил вечер, и я подумал, что мне поиграть. И я такой, пусть будет Blood Bowl. Кстати, я попал на зрителя, если чё. Я сейчас играю со зрителем, у которого команда помощнее немножко. Ну, не немножко, помощнее, просто стоит сказать. Привет, Муаддиб. Можно и в бок ткнуть, да. Как-то очень осторожно играет Грум Биард. Мне это не очень понятно. Ну ладно. Я думаю, что он мог бы и по рисковее играть. Ахауга Дометриан. Лорд Декас Вытесняющий, Стихас Маляриус и Татаршай Инфектус. Ну хорошо, хоть не Флаттершай. Идиотские шутки от Саши. Ладно. Да, кстати, противник-то не потратил блиц, и сейчас ему уже тяжеловато будет потратить блиц. Мне не очень ясно, но окей. Как бы... Пока я немножко не понимаю лейтмотива его действий, но может быть просто потому, что я тупой. Не знаю. В принципе, у меня сейчас есть план действий.
Даже не очень сложный. Не, ну вообще такой неприятный, но. В общем, планы есть. Привет, Кадеум. Сходил на фильм «Выстрел в пустоту». Рекомендую «Брутально и сурово». Даже не слышал, честно говоря. Вообще, думаю, что и сейчас можно сделать давление на мяч. Он клетку как-то не делает, и поджать я вполне могу. Я так подозреваю. То есть, в принципе, мне ничто не мешает влететь на мяч, и там Джейми Ланнистер в главной роли. Ну, Михаил Костер-Вальдау прикольный, мне нравится. Я бы его посмотрел. Ну, вот так вот. Так. Так я делаю без ГФИ, но так мне надо подставлять игрока. Либо я могу сделать вот так и уйти сразу вперед. Я думаю, мы так поступим. Да. Это самый простой путь. Ну, ладненько. Вопрос, как мне лучше поджать. Буду ли я драться или я не буду драться? Наверное, я не буду драться пока что. То есть все мувы, что я сделаю, будут относительно безопасными, но окей. Ну, я догадываюсь, мой Адип, Хемри, Хуманов должны по полю просто размазывать вообще без шансов. Ну, посмотрим. Тут вообще как бы можно прокинуть хорошие кубы. Только для этого надо сильно постараться. Но, в принципе, это возможно. С другой стороны, блицер сейчас в опасности. Здесь у ребят не очень хорошая ситуация. В этот раз я не блицевал зверем Нургла, ребята. В этот раз я не блицевал зверем Нургла. Это прогресс. Я начинаю понимать, что им блицевать не стоит. Это хорошо. Здесь один куб. Ну, самый очевидный удар он сделал. Но я напрягаю немножко Грумберда. Можете, вот сейчас можете ловить все моменты Грумберда, а потом в чатике писать ему, как он мог сыграть лучше. Вот так вот. Это правильный блиц, я бы тоже сыграл бы так. Потому что тогда он может поранить уронить моего воина. О, вот. Пробитие брони, окей. То есть он таким способом сделал пространство. Теперь он делает
здесь два куба нормально, потому что здесь гвард мешает. Вот. Привет, критическая масса. Ну, в общем, Харнокс-щенок все-таки прилично мешает с гвардом. Даже один гвард в такой игре роляет довольно прилично. Но так как у противника два гварда, у меня есть некоторые проблемы. Да, он подвел игрока, потому что иначе он не роняет. Иначе вот этот гвард делает один куб. Вот. Он не роняет Ахауга Дометрия, но это очень хорошо. И он придется наверняка, ну не обязательно, конечно, но ему надо бы сделать здесь уворот. Иначе у него будут проблемы. Вот. Это очевидная мысля. Это не очень здорово, он плохо закрывает мяч. То есть теоретически я могу сделать давление на мяч. Теоретически даже очень большое давление на мяч. Даже в этой ситуации, как бы пойти сделать блиц в блицера, ну, не составляет особого труда. Притом еще и подойти так, чтобы ему было неудобно. И даже разрулить какие-то другие кубы. Вот так вот. И вот, да, пошел у ворот сейчас. Ну, я даже не знаю, стоит ли тратить здесь рерол. Это спорно. Потому что он еще может два раза подскользнуться, и это не есть хорошо. Но с другой стороны, это делать, наверное, надо было. Правда, ну, здесь тяжело забежать, но теоретически, как бы, я могу встать на мяч. Мне это не очень трудно. Готовимся здесь к удару, ну вот. Это у нас... Он правильно сделал, что оставил гварда с другой стороны. Но он совершил ошибку. Вот. Тратим рерол, мне не повезло. И мне второй раз не повезло. Я хотел выкинуть его за поле, но мне очень не зашли кубы. Этот мув, наверное, лучше оставить. Я, наверное, лучше замарчу другим парнем, потому что у него больше мува. Ну, хотя ладно, в принципе, тут плевать. Это важно. Сделать ли блиц сразу или сначала сделать удар? Наверное, сначала лучше блицануть. Знал бы, что пробил, я бы подошел. Ну, может, сейчас можно подойти. Привет, Фанора. Это простой удар, да. Козлика переставим сюда, чтобы создать давление на мяч. Привет, Ойсер. Два ГФИ сначала прокинем. Это важнее просто. Ну, на первом же ГФ я падаю. Окей. Ну, без литых последствий хоть какие-то плюсы. Привет, Карскат. Странно, я делал довольно хорошие... Ну, идеи были нормальные и не рисковые, но... То, что я на первом кубе выкинул две двойки, мне помешало. И из-за этого ГФ, который мог бы помочь сейчас, мне не помог. Из-за чего у меня будут приличные проблемы. С другой стороны, у меня и запасной гнилевик, но, в общем... Тут есть гвард, две шестерки, это неприятно. Тем более у меня сейчас воин Нургла останется обвешенный на нападающем. Это полная чушь. Мне это не нужно. Плохо, я бы сейчас... Если бы я прокинул просто нормальные кубы, а не то, что я прокинул... У меня была бы очень неплохая ситуация, в которой у моего противника возникли бы проблемы. Но так как это не получилось, то, в общем, все грустно. Новые нургли? Ну, относительно новые. Не очень новые. Да, в общем, будет сложно. Будет сложно. Жалко, что я, конечно, не выпихнул этого парня. Очевидный блиц. Блиц не очень удачный.
Ну, в плане того, что он меня не уронил. Здесь он сразу не пробежит. То есть ему надо было сначала отцепиться. Привет, дроу. Ну, зверушка, кстати, как раз пока не тупил. Зря он остался в контакте. Мне это на руку. То есть мне сейчас, скажем так, довольно легко уронить этого чёрка и сделать шаг вперед. Мне вот тактика таких контактов не очень нравится. То есть если моя тактика контактов смотрится не так плохо, потому что у меня есть зверь Нургла, да, который с гвардом держит довольно прилично игроков здесь. То есть смотрите, да, что два парня просто вот четырех держат. Тут сейчас вообще много неприятностей. Мяч особо не прикрыт. Здесь, если ты поднимаешь... Ты, с одной стороны, он может выиграть время, если поднимет Напа. С другой стороны, второй раз ему так не повезет, и я его вытолкну. То есть ему повезло, что я выкинул две двойки. А что у нее не так с совестью, пивас? У нее, по-моему, с совестью все нормально. Это мне тоже не очень нравится мув, потому что... Как бы это выразиться? Но вот здесь ситуация не такая простая, чтобы подходить сюда. С другой стороны, я могу выкинуть 50% у ворота и сделать блиц в мяч. И это не самое плохое дело. Зовет меня кальяны покурить. Ну, грацпи вас, что я могу сказать. Главное, чтобы она покурила тот самый кальян. Так, зверь Нургла не вырубился, это хорошо. Это плохо, но играя против, как бы, блицеров этих, ну да. Орков заходит пробой. Это довольно обидно. Я козлика могу вернуть назад? В общем, моя команда кончается. Я, в принципе, все делаю правильно, но мне это не сильно помогает. В общем, с блицом тут все немножко очевидно. Очевидный блиц — это удар сюда и шаг под мяч. Это самый простой мув в этой ситуации. Ну, как я говорил, в общем, из-за того, что команда у Громберда более прокачанная, скажем так. И из-за того, что Саша кидает вот такие кубы, я потрачу второй рерол, у меня серьезные проблемы. Как бы с такими заходиками играть проблематично. Обидненько пока что. Я вроде бы и не иду в контакт, но парни идут пробитие, и вот эта травма на том плане, что я подскользнулся и откинулся, это обидно. Это потеря игрока, которая вообще не должна была происходить. Не знаю, пивас, мобилы сейчас стоят довольно дешево. Мерзкий вид сработал, это не очень здорово. Но опять же, из-за того, что у орков есть 4 блицера, а 2 из них с гвардом, ему как бы... Вот это странное решение. Я бы потратил... А, он перебросил на единицу. Ну тогда надо, наверное, подвести еще игрока еще. В общем... У него проблем с рероллами будет значительно меньше, чем у меня. У меня еще до сих пор 2 рерола. То есть я так и не смог выкупить третий. У меня 120 тысяч, рерол стоит 140. Но пока, скажем так, Грумберт медленно идет в атаку. Вот. Слушай, пива, зачем тебе ник-то не нравится? Я не очень понимаю. Милый и добрый ребенок. Ну, в отличие от нас с тобой. За П25 у меня выбор. Либо брать говно, либо ждать 10 дней, или самый пососный — это кредит на мобилу. Но брать кредит на мобилу определенно не стоит.
Это раз. Во-вторых, мобил-то стоит... не знаю, вот моя вполне нормальная мобила стоила там 7,5. Ксяомишка. Вот. Ну, Xiaomi из всех этих бюджетов самый такой, типа, адекватный вариант. Не знаю, что тебе мешает, типа, взять что-то подобное. А какой у тебя сейчас телефон? Расскажи-ка мне. Ну, Xiaomi за свои деньги там дает какой-то ад. Ну, Meizu это как Xiaomi, только... только дороже, в принципе. Как, каким отцом? Я не очень понял, о чем ты. Какие там разговоры об отцах? Это как-то немножко странно, тебе не кажется? В плане, я что-то не припоминаю, чтобы кто-то там был беременен или что-то типа того. Вот. Я хочу сделать здесь удар. Он забыл поднять орка. Ну, кстати, мне вообще создается впечатление, что... немножко стрим подслушивается. Но это не точно. В принципе, я понимаю, кем я хочу делать блиц. Это я делаю ради трех кубов. Смешно, да, ребята? Это делаю ради трех кубов, сказал Саша, и... и, в общем... и зверь... зверь не подвел в очередной раз. О, я на броню выкинул 1-1. Смешно, смешно. Ну ладненько. Я говорю, я сегодня спокойный. Я принял убойные дозы транквилизаторов. Поэтому я как бы отношусь к этому несколько индифферентно. То, что я потратил реролы за первые два хода, выкинув 1-1-2-2, я уже нормально. Не дергаюсь особенно. Был Galaxy Alpha X3? Понятно. Я не очень понимаю, зачем идти сейчас в контакт. Потому что... ну, во-первых, вообще надо сначала мяч очистить. Очевидно. То есть мяч это первоочередная задача. Тратить двух гвардов на вот эту ситуацию бессмысленно, потому что... у меня у самого гвард, и я раскидаю двух гвардов, ну, вообще, как бы, не задумываясь. Вот так вот. А у меня тоже Xiaomi 4X, я тоже брал его за 7К, только не на Авито, а просто в магазине. 2 единицы, это рерол. 2 двойки, мячик потерян. Ну, честно скажем, не только мне не везет на кубы, скажем так, судя по этой ситуации. Но мы влетаем на мяч, тут делать нечего. Как бы, если мы можем влететь на мяч, чему бы нам на мяч не влететь? Это мысля простая и очевидная. Коли мы можем сейчас выкинуть напа за поле, грех и этим не воспользоваться. Блок лучший навык, да. Сегодня в магазине смотрел 12 раз Xiaomi 4X. Но ты, видимо, смотрел не в тех магазинах, пивас. Честно. То есть... ну, тут эти кубы тяжеловато проделать.
Но мы скачем на мяч. Скачем в Украину на дельфин. Этим парнем не бьем, потому что этот ход нам ничего не даст. Смотри на Яндекс.Маркете, пивас. Все гениальное просто. Я нашел на Яндекс.Маркете за 7. Давай сейчас Xiaomi 4X. Посмотрим. Ну вот, 4X 6800. Да, на Яндекс, да, вот Алан полностью прав, как я и сейчас сказал. То есть, как бы, Яндекс.Маркет работает идеально в этом плане. В общем, есть мнение, что мы еще не до конца, но уже почти отбились в дефе. В плане, у орка осталось 3 хода, считая этот. Он не роняет моего парня, это очень здорово. А дальше нет, дальше не спою. Не, Яндекс.Маркет самая удобная в этом плане штука. Да, здесь неудобно бежать. Надо было, наверное, как-то по-другому немножко толкать, но... Грюмберт сначала толкнул, а потом подумал. Такое бывает. Я сам болею этой болезнью, поэтому ничего предъявить ему не могу. В общем, какие проблемы у Грюмберта? У меня 3 игрока на мяче. Теоретически, самый лучший путь — вытолкнуть одного из них на мяч. Но в нынешней ситуации это довольно сложный фортель, который, ну, будет проблематично проделать, скажем честно. Надо разбираться, видимо, играя против вот этих ребят. Но еще одна ошибка Грюмберта в том, что у него оба блицера с гвардами поставлены не там, где надо. То есть они повешены оба на зверя Нургла, у которого у самого гвард. И вообще желательно всегда одного гварда держать где-то сзади. То есть, если гвард бегает сзади, он всегда может в нужный момент встать туда, куда надо. Если бы один из них был сзади, он бы сейчас встал вот сюда, и все было бы хорошо. Но так как сейчас его нету, то все довольно плохо. Вот. Теперь надо как-то вот это все дерьмище раскидывать, а для того, чтобы все раскидать, проблем много. То есть здесь проход ограничен и своими игроками, и немножко мешает воин Нургла, вот. Не стоит забывать, что проблемы здесь. Смартфон Redmi розовый, ну нормально. И у меня золотой, правда, он в чехле, то есть тут не видно. Сейчас я чехол на Али заказанный. Ну как золотой? Золотым этот цвет... Блин, как тяжело он достается. Плотно сидит довольно-таки. Ну вот, короче, обычный черный стоил почти на 1000 дороже. Обычный черный стоил почти на 1000 дороже. То есть вот у меня вот такой цвет, практически нейтральный, да? А мне говорили, что типа вот, давайте-ка за тыр-пыр за 1000 будет, ну лишняя 1000 будет черный. Мне ломают очередного игрока, потому что иди нахер, вот почему. Это самая объективная причина в Blood Bowl. Ну, в общем, наверное, даже если подумать, то... Но сегодня не день Бекхэма. Я играю довольно грамотно, но... Но мне просто не везет. Мне просто не везет. Мне очень сильно не везет. То есть, если посмотреть, что кидает оппонент в этом плане, он бьет один кубик, находит шестерку, и как бы вот. Вот как бы. Мы получаем то, что получаем. Он находит шестерку по зверю Нургла. Господи, что такое не везет, и как с этим бороться? Тогда стрим с Нишей.
С какой нишей? Ты о чем? Странный удар. Честно говоря, особо бессмысленный. Это лишние кубы. Вот. Несмотря на пробитие, смысла в этом ударе было очень мало. Это лишний риск бить по не блокам, по блоку. Вот так вот. С няшей в конце месяца. Надо отправлять орка. Нет, 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 Грумберт, в атаку отправляй. Иначе ты не за... Тебе нужен игрок для паса. Тебе нужен игрок для паса. Гони его в атаку. Вот этого блицера веди вперед. Мы ведем интерактивный урок с Грумбердом. Грумберт, отправляй вот этого парня вперед. Это твой лишний шанс забить в этой ситуации. То есть, одного ты заранее отведешь вниз. Сюда ты подведешь гварда. Гвардом уложишь этого парня. А здесь подберешь мячик и побежишь. Это очевидно. Я надеюсь, ты меня слышишь. Ну, что ты подслушиваешь стрим. Вот. Не кидай лишние спринты. Да. Смысла нету кидать лишние спринты. Вот так вот. Ну, честно говоря, сомнительный мув. Козел в этой ситуации. Опять же, сначала надо убрать с мяча человека. Сначала надо убрать с мяча человека. Не задумываясь вообще. Это реально важнее. Вот. Сначала надо делать те кубы, которые побезопаснее. То есть прокинуть все блок по блоку, тыр-пыр там. Ну, то, что он подвел, ладно. То, что он подвел, это нормально. Да. То есть он сейчас будет удар по... парню. Не роняет, это неплохо. Ну, не знаю, стоило ли подниматься, конечно. А я бы блицером поднимал мяч. 2 единицы. Последний рерол. 1-2. Ну, как-то вот такое. Не знаю, я бы блицером поднимал мяч, потому что он дальше бежит. И лучше бы рерол потратил на это. Ну, окей, я, наверное, не очень понимаю Blood Bowl. Крепкие руки. Ну, честно говоря, ему... Это был очень неправильный мув, который чуть не закончился хорошо. То есть, если говорить серьезным тоном, это был неправильный мув. Если я делаю так, роняю... Я могу воина отправить на мяч. Но это если везение будет. Давайте. Это оптимальный вариант, хоть и самый опасный. Ну и, естественно, я кидаю 1-2. Ну, я говорю, это просто игра, в которой патологически не везет. Просто я, если бы сейчас его уронил бы сюда, потом вот этим парнем в 2 куба выкинул бы его сюда, поставил бы этого парня на мяч, и мне не пришлось бы делать дебильный уворот. Но... Не, ну я бы даже если бы сразу делал уворот, я бы сразу улетел. Мне просто не везет. Ну, он не подобрал мяч, но он и не наиграл на гол. Давайте скажем честно, на гол он здесь не наиграл от слова вообще. То есть здесь голом и не пахло. Но мне на кубы очень не везет. Прямо запредельное количество единичек двоек. То, что здесь не единичка, двойка, это очень странно, потому что, как бы... Ну, в этой игре я даже и не думаю о том, что я смогу кого-то уронить, потому что 9 брони, у меня инструментов никаких нету, то есть здесь по дефолту в этом плане все плохо.
Да, он закончится лучше, чем можно представить. Ну да. Ну, я говорю, мне не везет просто. Мне очень сильно не везет. Честно говоря, мне сейчас будет очень тяжело, потому что у противника фулл команда. У меня 8 человек. И как бы рассчитывать на что-то в этой игре очень тяжело. Очень тяжело. То есть мне отбиться в защите будет очень трудно. Прям вот, не знаю. Если бы у меня встали бы два игрока, я бы сказал бы, да, ребята, скорее всего, мы сыграем в ничью, и это хороший результат. Но так как у меня два игрока не встали, один игрок подскользнулся, получил травму, и у него там было пробитие, то сейчас я в довольно плохой ситуации. Вот. Ну, в общем, все, что могло произойти плохо, оно произошло плохо. Вот. У меня не так читается ник Джари. В общем, ситуация не торт. Он еще лезет в драку, что мне, честно говоря, не очень понятно. Потому что я здесь и не собираюсь драться. Я как бы... Я собираюсь сыграть в мяч. Я собираюсь сыграть в мяч, и как бы... Я тверд в этом намерении. Только я, наверное, поставлю ребят по-разному, чтобы я мог здесь ударить по блоку. Блоком по блоку. Ну вот. Я же не читаю, я пишу. Ну, какое-то минимальное уважение должно быть. Начнем с того, что специально приходишь поднасрать, конечно, я тебя понимаю. Но хотя бы мой ник пиши правильно. Я думаю, это не очень сложно. Для интеллектуальной элиты, такой как ты, это, наверное, простая задача. Что, еще долго он думает? Спас с выбиванием? Поймать мячик сейчас было бы неплохо. Да, ну отлично. Делаем простой удар. Это интерактивные уроки Blood Bowl. Да, это интерактивные уроки. Ну, мы просто, я не знаю, случайно это получилось или не случайно, но мы нарвались как бы друг на друга, и Саш продолжает кидать божественные кубы, один краш другого. Я пока не хочу сильно бежать вперед. То есть, если он здесь сломает, Блицер добежит только впритык с двумя ГФИ. Здесь Блицер тоже прибегает впритык с двумя ГФИ. Это тонкий расчет прям. Звернургла, конечно, очень сильно меня подвел. Ну, уже третий или четвертый раз за этот матч. Вот так вот. Я не собираюсь, Джари, общаться с тобой в таком тоне. Либо ты ведешь себя адекватно, либо я с тобой не общаюсь. Предельно ясно. Ну, давление на мяч это прекрасно. Единственное, что давление надо делать одними блицерами. Делает давление вместе с чорком.
несколько бессмысленное занятие. Вот. Окей, Джари, я тебя понял. Если ты не хочешь общаться прилично, это все меня решается очень просто. Вот. А причем, как тут связаны криптовалюты, перчик? Ну, мерзкий вид. Честно говоря, я бы и не перебрасывал, потому что смысла особого нету. Но сам по себе вот этот влет здесь имел мало смысла, если ты как бы не гонишь блицера вперед. То есть, если бы он подвел другого игрока и ударил, то смысл бы был. А так смысла нету. Вот так вот. Короче, очень странное решение, непонятное абсолютно. Это печально. Мы сейчас будем поднимать этого парня. Ну, у меня просто реально в минус 3 игрока очень тяжело что-то проделать с мячом. Очень тяжело. В принципе, я, конечно, понимаю, что можно сделать, но это такое дело. Кубы сегодня просто фантасмагорично играют. Честно говоря, это была спланированная ловушка. Привет, Ситар. Это была спланированная ловушка, она, в принципе, удалась. Но есть кое-какие проблемы с этой ловушкой. То есть, как бы, несмотря на то, что она удалась, мне нужно еще проделать пару довольно рисковых моментов. Я могу сделать вот так. Я просто, мне, короче, вот этот парень, он не добегает. Вот этот парень замарчен. Меня бесит вот этот парень. Это гвард, и он мне мешает. Я могу просто подойти. Просто подойти, это не самая плохая мысль. Я сделал реально рисковый хороший ход, который удался. Но теперь, блин, пошла... Ну, последним будет у ворот воинам Нургла, это очевидно. Может, даже не у ворот, может быть, даже удар в один куб. У нее, по-моему, шансов будет побольше хороших. Да, ладно. Надо прокинуть два раза 2+, 2+. Извините, пожалуйста, это каждый раз смешно, как в первый. Ладно. Как Саше везет-то, а? Это просто фантастика какая-то. Что такое не везет и как с этим бороться? На самом деле, конечно, у моего оппонента есть хороший ход, даже два хороших хода. Но в этой ситуации я сыграл, ну, классно. То есть в меньшинстве на 3 игрока развести на углубление, а потом уйти так, что только пятки сверкают, это не очень простое дело.
Но... Но с учетом того, что мне еще не... Если бы я еще завел бы сюда игрока, то было бы совсем классно. Но так как мне, как обычно, не повезло, то... Как бы... Не знаю, кубы очень плохие. Тебя что-то с чатиком половину сообщений с Пикача не показывает? Да, наверное, по той причине, что я просто в игнор добавляю людей, которые не хотят со мной общаться в том тоне, который меня удовлетворяет. Я так бы это описал. Если мне не нравится то, как человек со мной общается, то я не вижу особого смысла вести с ним какие-то диалоги. У меня есть такая штука, как респект, поэтому... Self-respect. Мне иногда неприятно слушать некоторые вещи. Отлично. Мне очень сильно повезло. Смешно, смешно, Плейнская, я оценил. Видимо, 1-0, ребята. Видимо, 1-0. Не добегает, не добегает, не добегает, не добегает. Отлично. Я считаю, это great success for Синголя. В смысле, перчик. Я же сказал, вот лично Маятян приедет к концу месяца. Я знаю точную дату уже. Только пока не вижу смысла ее разглашать. Вот. Наверное, безопаснее будет сделать первый вот этот удар. Ну, окей, как бы. Плохой куб, не вижу смысла тратить рерол сейчас. Рерол мне пригодится в защите. Вот так вот. Ну, классно, пивас. Молодец. Меня сейчас, конечно, поизбивают, но если я сейчас забиваю, я уже не проигрываю. Хотя в этой игре победой... Ну, как бы в этой игре ничего это пахло очень слабо, скажем так. Спасибо, Ситар. Ну, я просто подумал, что моя основная проблема при игре за Нурглей это самообладание. Я слишком быстро тильтую и начинаю делать ошибки. Поэтому в этой игре я решил попробовать не тильтовать и сыграть уверенно. Но вот сейчас я уже не могу. Если бы он не повел бы этого игрока, я бы рискнул и проделал бы блиц в нападающего. Но так как он все сделал, отлично, сработал мерзкий вид. Это хорошо. Ну, в общем, то, что я в итоге в этом розыгрыше забью, это чудо. Ну, мастерски мариновать роллы я, конечно, не умею, но в этой игре просто так получается. Опять уворот, который не удается. В этот раз повезло, что без травмы. Но он же потратил рерол на починку. Ну, типа 2 ГФИ. Не, я забью. Я не рассчитывал в этом матче забить, но я сыграл... Ну, это красивый гол. Это редкий случай, когда я могу собой... Ну, не то чтобы гордиться, но конкретно этот матч... Мяч был... Хорош. Действительно, это был... Классная двухходовочка, грубо говоря. Плохо, что у меня никто не встает. I have some problems. Ну, вот так вот.
У меня планируется очень тяжелый тайм, потому что игроков мало, и как бы с ними тяжело возиться, но было неплохо. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, но это был действительно красивый гол. Я как бы не это... Не вижу особого смысла тут скромничать. Конкретно в этой ситуации этот занос довольно рисковый и так далее, но получилось классно. Но в защите будет тяжело выстоять. Мячик летит плохо. Потому что... Да, это очень плохо. Он, скорее всего, сейчас будет тачбэк, он возьмет в руки. А кто это в Bloodblow? У тебя из друзей зашел. Пивоварища зашел. Я и сейчас играю со зрителем, поэтому такое. Но он правильно сделал, что он замариновал рерол в нужный момент. Я замариновал рерол. Но мне будет очень тяжело отбиться. У меня слишком мало игроков. Если мяч упадет вот сюда, то шансы есть. Потому что если будет тачбэк, то это почти сразу автоматом ГГ. Но проблема, кстати, Грумбёрда в том, что он выстроился симметрично. А в этой ситуации ему реально надо было бы атаковать одну сторону. То есть проблема Грумбёрда в том, что он тоже сейчас слишком много тратит на драки, в то время как я, например, играю именно в мяч. Хотя, конечно, ничего не сказать. То есть, ну, меня просто в салат башат. Ну, орки должны башить меня в салат. Но, как бы, во-первых, это происходит несколько поздновато. Во-вторых, то, как он позволил мне забить, это ошибка. Ну, бывает, Муаддиб. Коровка мягкая. Я поэтому не люблю на хаосе брать корову. Корова нужна хаос-дварфам, несмотря на то, что это плохая корова. Но корова в игре вот такой не нужна вообще. Хаос отлично справляется в 4 воина хаоса. Без каких-либо проблем. То есть им, в принципе, корова лишь добавляет всякий ненужный левый рандом, из-за которого возникают разнообразные проблемы. Так говорит Сингола. Ну вот так вот. Так говорит Заратустра. В общем, мне не нравится такая мысль. Мы сейчас можем связать очень много игроков сразу и сделать это довольно небольшими силами. В принципе, на самом деле, я могу даже рискнуть. Хотя мне этот риск не очень нравится, но... Грумбёрд совершил ошибку, и за эту ошибку я могу его наказать. Он встал очень хорошо для одного моего мува, и я могу сейчас реально его напрячь. Вот реально. Сейчас ситуация, при которой у Грумбёрда будут проблемы. Я сейчас объясню, как это происходит. Я просто не хочу, чтобы Грумбёрд услышал. Я не хочу, чтобы он понял свою ошибку и... И нормально все сделал. Ну не, он уже не сделает. Он уже ошибся. Ну ладно, нормально. Ну, я сам объясню сейчас. Есть очень красивый ход, который не гарантирует, конечно, какие-то невероятные... Да, надо, чтобы не затупил зверь Нургла. Смотрите. Значит, у меня остался свободный парень с блоком. Это важно. Мы связываем вот этих игроков гвардом. Мы, да, делаем это. Отлично. Теперь, у нас есть два куба за счет гварда по парню без блока. Если я кидаю хорошие кубы, я марчу вот этого парня. Я марчу этого парня. Это прекрасно. Вот. И сразу же за этим я... Ну, не знаю даже. Мне вообще проще, наверное, будет занять блицера. Можно даже их двоих занять. Это не так страшно. Козлика мы оставляем, потому что у козлика есть работа. Этот удар мы можем сделать. И мы не подходим, потому что мне это не нужно. Ой,
В общем, мы налезли на мяч. Мы действительно налезли на мяч. Не так хорошо, как хотелось бы, но это лучше, чем ничего. Тут тяжело налезть на мяч. Так, отлично. Блицанешь зверем Нургла? Я сегодня за всю игру ни разу не блицанул зверем Нургла. Какая выдержка-то, а? Не, я сейчас играю вот этим местом. Я сейчас играю не «О, давайте башить». Я играю в «давайте кидать мало кубов и играть в мяч». К сожалению, мне не повезло. Противник выкинул очень хорошие кубы. Это плохо. У меня была хорошая задумка, но она не удалась. Такое бывает. Но к совести стоит сказать, что он бил по блоку, и еще было пару моментов, и как бы все не так просто. С другой стороны, я все равно сейчас как бы здесь замарчил кучу народа. Он может бить, но это рисковые кубы, которые могут кончиться плохо. Поэтому пока все довольно удовлетворительно. То есть плохо, что упал лорд вытесняющий, но это не делает ситуацию катастрофической. Честно говоря, я бы сначала сходил бы бросающим, а уже потом бы что-то бы делал. Мне не понравилась эта мысль, но, наверное, я просто не прав. Ну ладно. Угу, такая типа импровизированная стеночка, даже если я ударю. Но в принципе мне здесь не очень трудно будет. Да, 33% шанс. Он кидает с парализующим страхом в 33. Так, ленточка. Грубейшая ошибка от Грумберда, но... ему просто очень сильно повезло. Он очень плохо сыграл. Он не посчитал, что парализующий страх, и кинул пас на 33. Но это просто... мне просто не везет. Все, что я могу... очень сильно повезло Грумберду, но как бы окей. Обидно, обидно. Он теперь даже выиграть может. Он не должен был сейчас забивать. У меня опять два игрока не встали. Просто Грумберду дико везет. Я играю хорошо, но ему просто везет вообще вот не описать словами как. Это очень обидно. Это очень обидно. Он не заслужил этот мяч, но он его забил. Вот. Да, видимо, опу действительно насрать на процент. Ну, что ж поделать-то? Такое бывает. Мне просто немного обидно, пивас. Мне немного обидно. Вот как бы я ничего другого сказать не хочу. Просто, ну как бы... ладно, ничья. Ничью я еще могу принять. Но если я проиграю, это будет несколько не айс. Вот. Скорее всего, не заметил, не подумал. Ну, скорее всего, но мне от этого не особо приятнее. Вот. Я не подобрал мячик, это плохо. Ну, ладно. Это безопасный куб. Кинем здесь марку. Это более надежная марка. Надо немножко подумать. Здесь сложная ситуация. Воин пусть стоит. Этими парнями мы должны загородить мячик, насколько это возможно. Я не думаю о победе. Я не думаю о победе. Стыдно, но победа тут не светит. Здесь немножко подумаем.
Здесь как бы рерол маринуем, но мне будет очень тяжело продержаться еще три хода. Честно говоря, невозможно продержаться три хода, но я попытаюсь. Меня слишком мало. То есть мне нужно, чтобы он ошибался на реролах. Вот. Но вероятность того, что он будет ошибаться на реролах, крайне мала. Обидно. Теоретически, наверное, самый простой путь — это забежать в угол, чтобы при отскоке мяча мне повезло. Это, наверное, при ударе, чтобы он зафейлил. Но что из этого получится, я не очень представляю. В принципе, у меня есть уже пару идей в голове, но все они неприятные. Ломают парни. Он неправильно ткнул. Но ему опять повезло. Он неправильно сыграл. Надо было толкать вниз, чтобы был свободный блицер. Но он этого не сделал, и ему опять повезло. Не знаю, обидно, обидно. Ошибка за ошибкой, а как бы игра не наказывает. Ну, как тот пас в 33%, в принципе. Ну, ладненько. У меня есть план, я знаю, как мне затянуть время еще на один ход. Как минимум еще на один ход я могу затянуть. И это будет даже не очень трудно. Хотя у меня катастрофически мало игроков. Это ошибка. Ну, ладно, ладно. Просто ему надо было... Лучше, короче, лучше бы он ударил иначе. И он не замарчил моего воина Нургла. Сейчас замарчит, наверное. Но с другой стороны, он таким образом получит удар по восьмой броне. То есть ему надо было марчить чёрком. То, что не замарчил чёрком, это ошибка. Окей. Поднимаем воина, потому что ситуация здесь не ахти какая. Это очевидный ход. Мы встанем здесь по-тупому, но тут выбора особого нету. Как бы... Вставание по-тупому — это плохая мысль, но... Несколько очевидная. Я бы сыграл по-другому, если бы он не уронил моего бы воина Нургла. Но так как он пробил броню, у меня возникли реальные проблемы. Вот так вот. Это не айс. Ну окей. У меня остался один ход и один реролл. Вопрос в том, как мне их потратить. Здесь я с помощью блока, может быть, при хороших кубах смогу как-то выиграть время. Вот эти два парня не добегают, им далеко бежать. И к мячу ему так уж легко не подойти. То есть, теоретически, я могу дотянуть до ничьи. То есть, все, что можно было для этого сделать, я, в принципе, сделал. Странно, что он не пытался сейчас уронить вот этого парня. То есть ему надо было подвести игроков сюда. То есть ему надо подводить игроков сюда, под этого, чтобы освободить хотя бы одного, как бы, парня. Но он, опять же, как я говорил, он ошибся в прошлом ходу с гвардом. А вот. Пока все... Более-менее. Теоретически, даже то, что он подвел сюда гварда, у меня есть козел с блицом. Козел с блицом — это возможность немножко выиграть время. Он кидает шестерку, потому что иди нахер, вот почему. Но в принципе, это не так опасно.
То есть, главный момент, что он здесь до сих пор почему-то вот этого чёрка, он должен был подводить сюда. И делать сюда спокойные два куба с блоком, чтобы подогнать еще одного парня. Но вместо этого он почему-то сделал все иначе. Это ошибка. Ему до сих пор, ему надо одного парня было освободить. А теперь он кидает лишний непонятный ГФИ. И кидает его успешно. А это ошибка, это лишний куб. Мерзкий вид, прекрасно. Надо уворачиваться, делать ГФИ. Ну, спасибо, игра, что наказала его хотя бы здесь. Теперь мне нужно прокинуть довольно простые кубы, чтобы выбраться из этой ситуации. Вот. Теперь мы отталкиваем этого парня. И, по сути... Да. Все. Не, ну, конечно. Теоретически. У него еще есть какие-то шансы. Но на практике это, мягко говоря, очень прохладная мыслишка. И я сильно сомневаюсь, что ему что-нибудь удастся. Потроллить может? Блок в блок можно и ударить. Отлично. Привет, Лос-Анкелос. Знаете, я доволен этой игрой. Она была сыграна... довольно технично. Вот так вот. Я даже рерол не буду здесь тратить. Смысла в этом нет. То есть, эта игра была реально сыграна технично. И как-то вот... даже финальный момент... Он мог уменьшить риски очень прилично. Но он допустил ряд ошибок, и риски эти не... никак, короче, не сработали. Вот. Я пропустил что-то с начала стрима? Да не особо. Ну и пропустил мой красивый гол. Пропустил мой красивый гол. Но если мой красивый гол был задуман, и он был реально красивый и сделан по уму, это была долгоиграющая задумка, как обычно пивас делает задумки, то у Громберда был гол такой, как бы, мех. Ну, отлично. Я доволен ты ничьей. Это была хорошая, грамотная игра, которую я даже, наверное, на YouTube залью. Потому что такой игрой можно как бы, ну, не гордиться, но говорить. Да, это была хорошая, грамотная игра без тильтов. Игра, в которой как бы зарешал ум. То есть я в тяжелой ситуации, да, ну вы видите, в общем... что у противника ничего, а у меня как бы гора трупов. Оказавшись в тяжелой ситуации, я вышел из нее довольно достойно. Это класс. Это хорошо. Реролов у него нету. Вот. Но знаешь, пивас, тот гол, который я забил, по сути, за ничью орку надо было бороться. Да, мне забили на шару, полностью согласен. Не, просто тот гол, который я забил, мне самому понравился. Это такое вот. То есть, при том, что орк меня растоптал, в принципе, да, 3 нокаута, 2 травмы, килец, то в остальном было очень неплохо. Да, я потерял одного парня. Окей. Покупаем рерол. И неплохо. А чё какаху не фалил? Я не знаю. Вот. Я не знаю. Не, ну мне понравился мой гол. И это ничья абсолютно как бы заслуженная, я считаю. Красиво ты мне мяч забил. Спасибо, Громберд. Я тупо на шару кинул. И я заметил. Ну, я доволен этой игрой. Даже при результате я не бомбил, и я доволен. Хорошо, что у меня еще 5 опыта легло на воина. Это приятная мелочь.
Ладно, давайте выкатывать следующую команду. Наверное. Так, я буду играть без гнилкаста. Ну, окей. Но это не очень важно. Не, хорошая игра была. Очень тяжелая, но действительно приятная. Обидно было пропустить гол на Шару. Если бы не он, я бы мог зацепиться за победу. Но как бы вот иногда происходят вещи, которые... Еще чуть-чуть испалил бы Сашу. Ну, если бы он выиграл, наверное, я бы мог психануть. Наверное, да. Но я в конце грамотно расставился, Грумбертно совершал ошибки и как-то вот... Скажем так, если бы Грумберт не пропустил бы мяч, ну не допустил бы такой косячок, или если бы я выкинул не 3+, то игра могла развернуться вообще иначе. То есть он меня ломал в калитку. Вот так вот. Ну да, не, я к фолам дружбы отношусь спокойно, честно говоря. Я просто понимаю, что если я каждую игру делаю фолы дружбы, то бомбить, когда фол дружбы заходит в тебя, в принципе, не стоит. Грумберт поддался? Да не, я бы не сказал. Ну, ошибки Грумберта были, вот честно, такое впечатление, что за Грумберта играл я, а за меня играл кто-то толковый в этот раз. Потому что Грумберт... Выигрывая в насилии, хорошо выигрывая в насилии, очень сильно, ну, скажем так, кидал много лишних кубов, которые оборачивались плохо по итогу. У него реально было много кубов, которые можно было просто забить. Типа, не надо было кидать вообще. Мне же тебе мяча на шару хватит и не стал фалить зверя. Ага. Ты потом, Грумберт, посмотри игру. Я там вкратце объясняю моменты, где ты... Я не знаю, ты слушал, нет? Пару раз показалось, что да. Я объясняю, где у тебя косячки и где ты мог сыграть лучше. В конце ты мог сыграть намного лучше. Ты орк там очень неправильно поставил черного. Ты мог без ГФИ выбить мне воина Нургла, но вместо этого ты кинул ГФИ, потом выкинул единичку, тра-та-та-та-та. В общем, привез все, что можно было привезти. То есть в конце ты мог кинуть там на несколько кубов меньше и получить все намного эффективнее. Ну и пару там других моментов, где расстановка хромала и так далее. Но я собой доволен. Я поставил цель сыграть за Нурглов не бомбя и не делая ошибок. И даже закончил игру с реролом. Это при двух реролах за Нурглов, это фантастика. Это действительно была классная игра. Правда, посмотрел ее 46 человек, но... Зато я доволен. Я действительно могу сказать. Это было добротно. Привет, Space Meat. То есть, ну, кроме пропущенного мяча на шару, то есть я здесь ничего не могу сказать. Да, ну, пас в 33%. Меня можешь считать за троих? Почему за троих? Не, я просто, я пересмотрел свои стримы, где я бомбил. Я еще удалил стрим и все... ролики в том стриме, где я сильно бомбил, когда совсем не шло. Решил попробовать без бомбежки. Получилось хорошо, чисто по результату. Ну, ладно, по результату получилось нормально. Не хорошо, нормально. Но у меня, опять же, настроение хорошее. Я в таком, как бы, приподнятом настроении. Когда стрим с Тянкой? В конце месяца, АК. Она приедет через... Ну, через полторы недели, грубо говоря. Так, посмотрим. Так, бегун неприятный. Два блицера, бегун. Майти Блоу один.
Ну, не супер-пупер, но команда неприятная. Плюс на 20 тысяч, на 200 тысяч он может что-то такое забахать. Так это же Мишка к тебе едет. Ну, когда наступит время, ты узнаешь, кто ко мне едет. Так, Войлала, ага. Это, как я понимаю, темные эльфы. С дико неприятной ведьмой, с дико неприятным бегуном и 4 блицера Блоджера. Да, пивас. Не очень веселая команда. Она не из Питера, что ли? Ну, не хочу отвечать на этот вопрос. Он взял мага. Довольно странное решение, но, наверное, как-то оправданное. Но это говорит о том, что я не могу мариновать забитие меча. Сложная игра. С гномами очень тяжело играть. А вот. На мои 1100? Значит, пивас, я буду драть. Могу только посочувствовать. Давайте сыграем в атаке. Так, блок, блок. Очень хорошо, что он не взял гварда. Честно говоря, я бы в первую очередь на обычном парне, я имею в виду гнома, длинную бороду, я бы на обычной длинной бороде брал бы все-таки первым гвард. На мой взгляд, брать Mighty Blow первым, это не слишком хорошая задумка. То есть это кончится плохо и так делать не стоит. Ну, какое-то легкое понимание игры у молодого человека есть. Очень легкое, но есть. Бегун. Та-та-та. Бегуны у него по центру. В этой игре надо как огня избегать контакта, потому что контакт это неприятно. Вопрос в том, кем мне таскать меч. Вопрос действительно важный и с которым есть проблемы. Я думаю, гвардом лучше. Таскать меч гвардом — это не самая плохая мысль, и мне осталось 3 опыта, чтобы его прокачать. Мысль в этой игре у меня есть, посмотрим. Да, какая отвратительная заливная рыба. Он получил лишний рерол, и теперь у него 5 реролов. Мне даже интересно, сколько гном потратит реролов из 5. Ну, вот так вот. Что-то мне подсказывает, что... Как видите, Саша начал с потрясающих стрелок. О, шестерка, наконец-то. Ну, Саша опять начал кидать кубы в своем репертуаре. Вот. Мячик у нас в безопасности. Я не буду тратить рерол. До мяча он все равно не добивается, я никуда не спешу. Но начало отвратительное. Я уронил только 2 гномов. Мне для этого потребовались какие-то титанические усилия. Оппонент уже сделал ошибку. Я уже могу отправить Блицера за поле, если мне немножко повезет. Я даже, в принципе, понимаю, как мне это сделать. И он идет в контакт. Он идет в контакт против... Ой.
Он кидает лишнее ГФИ. Ой. Опять лишь... Сколько кубов лишних? У меня кровь из глаз, ребята. Просто, посмотри, он все марчит. Он марчит, как бы... А! Он хотел в один куб уронить, или он немножко ошибся? Какой странный... Это холодный гномий обжим. Ну, это такой обжим. Вызывающий у меня некоторые вопросы. Так, это хорошо. Это хорошо. В принципе... Ничего страшного пока не произошло. Вот. За поле я, конечно, не выпну парня, но... Но проблемки-то у меня есть. Проблемки-то у меня есть. Так. Мне, конечно, тут не очень удобно делать этот блиц. Ну ладно. Мы просто выйдем из контакта с помощью блица. Нет, мы не выйдем из контакта с помощью блица. Окей. Мне придется кидать кубы, которые я не хочу кидать. Но тут выбора не очень много. Отлично, пробитие здесь поможет. А где слейеры? Я не знаю, у него нету слейеров. Это странно. Хорошо, я подобрал мяч. Это действительно важно. И я бы даже поставил бы игрока. Так, здесь он не добегает никак. У ворот не вышел. Отлично, это хорошо. Да, без слейеров это тяжелый матчап. Если бы я здесь нормально уронил, я бы мог выбить вот этого парня с поля. Но так как я здесь не уронил, то возникли проблемы. И как-то вот это не очень приятно. Ему здесь неудобно бить, здесь гвард. Гвард очень сильно мешает. И я сейчас сам его буду здесь избивать. То есть у него, да, он лишних игроков подводит, но даже в этой ситуации, как бы, все не очень удобно. То есть из-за того, что у меня есть гварды, хоть один из них и занят какой-то чепухой, у меня ситуация намного приятнее. Бросок в один куб. Неудачный бросок в один куб. Меня это устраивает. Черепок был бы лучше, но не все коту масленица. Это хороший результат тоже. Я, наверное, ударю крушилой, чтобы освободить вот этого парня. Здесь ему бить некуда, в принципе говоря. Бить ему реально некуда. Но мне пробиваться через эту толпу будет неприятно. Он все-таки уложит моего парня. Окей. Ничего страшного, мы его сейчас поднимем. Хотя я бы на его месте можно было бы свалить, например. Не, ну это сложный фол по девятой броне, когда тут еще немножечко мешают. Мы поднимем этого парня. Мы сделаем так, чтобы здесь тяжело было блицеру. Делаем простой удар. Простой удар опять стрелки, плохо. Окей. В этой игре очень важно не тратить кубов.
сожалению, я не уронил. Это хорошо, потому что таким образом мы здесь больше марчим. Я хочу ударить по этому парню Mighty Blow, потому что у него 8 брони. Что я говорил, ребята? Почему я хотел сделать этот удар? Мы потратили его аптеку. У него 2 аптеки. Окей. Минус 1 аптека. Это хорошо. Это не очень безопасный удар. Это удар побезопаснее, но тоже не самый хороший. Мы не уронили. Это плохо. Окей. Теперь мы замарчим вот так вот. Надо бить этот удар, но этот удар довольно рисковый. Наверное, надо подвести парня, но это не очень приятное подведение парня. Мы подходим сюда, потихонечку двигаемся вперед. На всякий пожарный лучше, конечно, даже, наверное, вот так. Но для этого нам надо уронить сейчас Блицера. Да, мы роняем Блицера, в этом есть смысл. Да, и теперь путь сзади закрыт. У нас преимущество на одного игрока. За 3 хода мы прошли довольно далеко, и мы байтим на фаербол. Фаербол в 6-х, это очень хорошая цель, и почему бы и нет. Но парень забыл о фаерболе, и как бы сейчас он его уже не сделает. Он идет драться, что ему будет довольно тяжело проделать. То есть он может уронить моего чёрка сейчас. Это реально. Но во всех остальных ситуациях у него будут проблемы. И он будет получать. И мне ничто не мешает переместить атаку налево. То есть то, что он сейчас здесь набивается против меня, это лишняя возможность мне побить. То есть меня это устраивает. Вопрос в том, как далеко он кидает единичный куб. Неудачно. Отлично. Остается ключевой игрок Гвард на месте. Скажем так, в такой долгой изнурительной борьбе у меня все-таки есть некие плюсики. Он кидает единичный куб. Неудачно. Если он подойдет, я буду рад. Если он подойдет, это будет прекрасно. Это ошибка. Окей. Это ошибка, потому что я сейчас опять буду делать блиц громнастом в 8-ю броню. Это как бы... Ну, не, это не супер какая-то возможность, но... Это хороший шанс реально помешать. Сделать здесь проталкивание, нанести нужные удары. И это довольно делается легко. Играюще, я бы сказал. И даже если этот удар у меня будет двойкой, у меня после этого остаются возможности нанести удары. Вот. Отлично. Второй блиц 8-ю броню проходит удачно. Пропускает следующую игру. Вторая аптека. У него на поле минус 2 игрока. Он не лечит его. Прекрасно. И это просто прекрасно, ребята. Это какая-то фантастика. Мы подходим, потому что здесь дальше я могу делать очередные удары, довольно простые. Мы остаемся в контакте, потому что нам это выгодно. У нас здесь гвард, поэтому мы делаем опять удар. И с этим ударом мы подходим дальше. Здесь мы удар сделать не можем, но нам это и не особо нужно. Мы просто подойдем в еще один контакт. У нас здесь есть легкий удар. И мы гоним потихоньку к бровке эту длинную бороду. Вот так вот. Здесь удар не очень легкий, но его надо сделать. К сожалению, удар не получился. Вот так вот. Отлично, пробитие. Класс. Еще минус гном. У него уже будет минус 2 гнома в следующем тайме.
Так. Так как ударить мы здесь не можем. Нужно ли мне здесь сделать удар? Наверное, это было бы неплохо. Отлично, удар нам удается. И мы немножко не спешим. Синг наконец-то выбрал правильную команду. Дима, ну я сегодня... У меня был сегодня очень крутой матч с Нурглами. Вот так вот. Честно говоря, этот матч пока идет хорошо. Я его отыгрываю довольно грамотно, без привозов. Был один момент, где я сделал фейербол на... Отлично. Он закончил ход, потому что выбил своего. Так, нокаут. Это плохо. Но не очень. Минус мяч. Нет, стоп, стоп. А нет, смотрите. Когда фейербол попадает в своего, то это не минус ход. Ну ладно. Значит, мне наврали в чате. А, только если травмирует. А, все, я понял. Спасибо, Ситар, за объяснение. Оно очень важное. Блиц в один куб, единица. Это хорошо. Так. Окей. Мы накрываем мяч. Мы не накрываем мяч. Гном ливнул. Ну, это была довольно простая победа. Давайте, давайте скажем так. Переброс. Единичка. Смешно. Окей. У меня апнулись два нападающих. Честно говоря, мне это, конечно, не очень нужно, но пусть будет. А, понятненько, Ситар. Запомню. Ну, это победа. Заслуженная, я считаю, полностью. Секундочку, я посмотрю, что у меня с игроками. Я думаю, мы возьмем... Да, да, да. Мы возьмем грязную игру, очевидно. Гном сыграл плохо и ливнул довольно... Довольно странный выбор. Возьмем блок. Блоки никогда не бывают лишними. Команда прилично подорожала. Она стоит уже 1530, но в принципе норм. Бери борьбу. Не, я не люблю борьбу. Я все-таки предпочитаю немножко другой стиль игры. Так, что у нас с нежитью? Нежить стоит уже дешевле орков. Это довольно странно. Так, кик, грязь. Так, окей. Ну чё, поехали. Я сыграл двумя командами, время взять третью. А потом посмотрим результаты сегодняшнего дня в таблице. Но пока первые две игры прошли довольно неплохо. Главное играть без нервов и в мяч. Ну и опять же, то есть он там, наверное, во многом обиделся, что у меня получились удачные травмы. И, ну, две травмы можно объяснить. Это по восьмой броне с Mighty Blow. Но, скажем так, фол, который был... Ой, не фол, удар по блицеру, он, конечно, получился действительно, ну, такой. Немножко, ну, не фаново, это было все нормально. Ну, в общем, дело довольно специфическое. Гном сам виноват. Да, гном был слабый, согласен. И без слейеров. Ну, есть такие гномы. Я не первый раз встречаю. Есть ребята, которые играют без слейеров. Мне не нравится такая игра. Она не гибкая. Но, скажем так, на раннем ТВ, на раннем ТВ, играть без слейеров даже в какой-то степени оправдано. Но потом на поздних ТВ без прокачанных слейеров... Кровь для бога крови. Тяжело. Черепа для трона. Спасибо, черепов. Спиридолог. Донат для кошелька Сингола. Красава и даже без пожара. Да я стараюсь как бы. Скавины. Посмотрим команду скавинов. Ага. Парень вырублен. Раз, два. Так, у него две опасных штормкрыса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У него 9 игроков. То есть у него будет плюс...
Так, секунду, еще раз. У него будет плюс 100 тысяч. Его команда стоит... У него будет 1350. У него будет 150 тысяч. С одной стороны, я хочу взять взятку. Потому что фалить крыс — это хорошо. С другой стороны, я бы взял... Нет, я возьму взятку. Я возьму взятку. Надо ломать крыс. Да, у него 150 тысяч. Это опасно. С крысами никогда не любил играть. Крысы... Крысы неприятные. То есть, надо играть на какой-то такой дистанции, которая тяжело... высчитывается. Привет, Штайр. СПП Фидерс. Хорошая. Статистика 9-2-4. Ну, не такой уж он и СПП Фидерс, честно говоря. 9-2-4 это довольно хорошая стата. А у меня сколько на этой? 9-2-1. Ну, окей. Но проблема в том, что у меня нету отборов, по-моему. Я не успел посмотреть. Мне казалось, что нету отборов. Он взял мага. Ну, наверное, в этом есть смысл. Ну, посмотрим. У него нету крысы. У него нету крыса-огра. Это хорошо. Привет, Артак. А я бы хотел сыграть в атаке в этот раз. Я чувствую, что в атаке мне будет попроще. В атаке я могу сразу получить преимущество. Хоть крысы — это и команда, которая очень хорошо играет в... А, у меня есть. У меня есть Степан Угрюмый. Степан Угрюмый у меня с отбором и с Mighty Blow. Это очень хорошо против команды крыс. Это очень здорово. Честно говоря, это дает мне какие-то, ну, не то чтобы шансы, но это определенно плюс. Мне надо вырубать кишкодеров. У него опасный опасный штурм крыса. Вот так вот. Ну, демон, я сегодня всеми тремя командами играю. То есть, как, ну, как я вернулся к старому формату. То есть, игра за... Нургла, игра за... Клавсу будет тяжело убить. Клавсу будет тяжело убить. Он и не будет подставлять Клавсу, скорее всего. Если он не дурачок. Но он подставил одного из кишкодеров. Это не... Это неправильно, на мой взгляд. Мячик у нас будет таскать этот парень. Парень на фол у меня есть. Сейчас я немножко подумаю. Наверное, лучше сделать вот так. Лучше сделать вот так. Лучше сделать вот так. Да. Лучше сделать вот так. Отлично. Привет, Пиропен. Ты пропустил игру, где я... Ну, не сегодня, там в другой момент. Ой, мячик попал прям в руки. Понятно. Без травмы. Это плохо. Это тоже плохо. Но мы сделаем шаг вперед. Так, так как у меня три силы, это будет удар только в два куба. Подвести еще игроков я сильно не могу. Окей. Шестерка.
Окей, окей. Смешно, смешно. Я оценил. Ладно, тут нечего делать пока что. Не знаю, никого не хочу фалить. Мне кажется, в этом пока нету смысла. Фаербол на 4. Все, кроме... Отлично! Нет, не отлично. Хребтоед. На 5 даже. Без длительных повреждений. Ой, он... А, уронил мумию. Только уронил. Ну, в принципе говоря... В принципе говоря... Нормально. Не очень приятно, но нормально. Это, ну, типа, пойдет. Как бы, в целом удовлетворительный результат. Он собирается толкать на мяч. Это не очень приятно. Еще и он не уронил. Он тратит рерол сразу. У него осталось 2 рерола. Парень играет очень грязно. Ну ладно. Он не пробил, это хорошо. Да. Хьюстон, у нас проблемы. Не то чтобы сильные проблемы, но проблемы. Почему ты такой красный? Я сильно думаю, кровь приливает к голове, Флакс. Очевидно, по этой причине. Он подобрал мяч. Он ушел. Это неприятно, но это было вполне ожидаемо. Проблема в том, что у меня сейчас в несколько плохой ситуации мумий. Ладно. В принципе. Эту игру мы еще можем поиграть. Но обидно. Я могу пропустить на свои атаки. У меня очень плохо прошел раунд ударов. Такой щит случается далеко не часто. Он, кстати, бежал мимо отбора. Окей. Ему тут далеко бежать. Просто поднимаем. Просто поднимаем. Здесь надо делать удар по-любому. Ну, я просто не пробиваю броню. Окей. Я снова не пробиваю броню. Окей. Мне надо кидать довольно погонькие кубы. Но мы будем кидать довольно погонькие кубы, потому что... Ситуация тут не такая, где я могу выбрать. Какие ты кубы хочешь кидать? Тут ситуация такая, что либо мы кидаем... Кубы. Либо мы сосем бибу. А вот. Это прекрасно. Почему это прекрасно, вы сейчас поймете. Ну, блин, не супер прекрасно, но в принципе окей. Спасибо, что без удаления. Еле-еле пробил броню, на травму ничего не выкинул. Окей, окей. В принципе, хилимся, живем пока. Плохо, что я никого не выношу. Кем играешь, чтобы всегда кидать тройные? Всегда ты не будешь кидать тройные.
Но если у тебя будет куча гномов с гвардами, то вначале ты будешь кидать тройные. Но у него тоже на пробитии 1-1, поэтому, как бы, будет вкладка и гол сразу. Если не будет гола, я... Ну, отлично, он играет аккуратно. Зверем Нургла. А, смешная шутка. Не, пока ничего. Парень сыграл очень грязно, ему повезло, но это не говорит о том, что я не забью в этом тайме. Это отнюдь об этом не говорит, но то, что мне пришлось доставать замену, уже неприятный синдром. Но, в принципе говоря, плохо, что я никого не вырубил. Ни травмами, ни еще чем-то. Это, конечно, фейл. Да, я понимаю, что крысы с магом могут забить почти всегда. И как бы... Я понимаю, что ничего страшного не произошло. Но вот это не очень приятно. Вот. Это тоже не очень приятно. И это не очень приятно. Я что-то как-то вот... Да. Ой, господи ты Иисусе. Игра, ты серьезно? Я не раз... Извините, пожалуйста, просто очень смешно. Это божественные кубы, ребята. Просто вот... Это кубы. Это кубы. Ладно, давайте фалим. Парни, с блоком вынести было бы неплохо. Взятка есть, лишний. Как бы, чем меньше крыс, тем лучше. Это очевидная мысль. Отлично, травма. Это хороший результат. Придется потратить. Да это непробиваемые крысы, да. Крыса действительно непробиваемая. Я не очень понимаю, почему, но они реально непробиваемые. Меня это раздражает. Ничего, как любит говорить пивас, дисперсия. То есть, рано или поздно, у меня начнет идти. Вопрос в том, когда это произойдет. Как говорится, дисперсия. Вот рано или поздно кубы пойдут. И когда кубы пойдут, он будет наказан. Так, давайте-ка... Отличные кубы. Не менее отличные кубы. Уклонение. Не зря взял у ворот. Ты свои хорошие кубы на пробой потратил в прошлой игре? Наверное, да. Наверное, ты в какой-то степени прав. Штайр. Мне сейчас надо выкинуть хорошие кубы по крюку. Окей. У меня 4 хода на занос. В принципе, я знаю, какой ход я хочу сделать. У меня есть хорошая, милая идея, которой мы накажем этого парня. Он допустил одну маленькую ошибку. И за эту одну маленькую ошибку надо бы его наказать. Да, ребята? Да, ребята. Я опять не пробил, правда, но окей. Мы сделаем так. Да, это было рисково, но... Два ГФИ. Наверное, сначала лучше откинуть другие кубы.
Мне хочется вырубить шторм-крысу. Я понимаю, что вырубание шторм-крысы это довольно важная вещь. Без шторм-крысы у меня игра пойдет совсем по другому сценарию. Я опять не пробил. Ну это... Да. Игра становится все смешнее и смешнее, ребята. А зомбя пробьет, смотрите. Нет? Господи. Из чего сделана эта седьмая броня? Я ни разу не пробил броню с начала матча, ребята. Я ни разу за матч не пробил броню. Вы заметили это? Я ни разу не пробил броню за матч. Вау. Это довольно неожиданно. Он кидает с одного куба шестерку. Отлично. Он кидает с одного куба шестерку. Это здорово. Я просто... Я легонько удивляюсь, ребята, просто, честно. Я как-то вот... намазались камнем варпа. Ну, скорее всего, да. В один куб. Но он отбирает мяч, поэтому это плохо. У него есть отбор мяча. Мяч купал очень хорошо. Он может его сейчас подобрать и убежать. Просто отдача мяча, зато он такой блиц в мяч организовывать. Ну, во-первых, я бы не сказал, что это прям отдача мяча. 33%. Он... Ну, окей. Да, это была отдача мяча, сорян. Вот теперь я вижу. После 33% я чувствую, что эта игра прямо вот неимоверно меня радует. Ни одной пробить, там же изи один куб. Ну, один куб это один куб. Против парня, у которого блок, додж и все остальное, это не такой уж изи, как кажется. Я не пробил броню еще ни одного раза. О, я даже не знаю. Две единицы, отлично. Я наслаждаюсь этой игрой, честно. Это лучшая игра на моей памяти, ребята. Я не пробил броню опять! Блин! Серьезно? Ладно, я... Я в шоке, ребята. Я просто в шоке. Это настолько божественно вообще. Я не подобрал мяч! Ладно, окей. Это моя лучшая игра в Blood Bowl, ребята. Я за сегодня лучшая просто. Серьезно. Я за 7 ходов, за 6 ходов с 3 Mighty Blow ни разу не пробил броню. Нет, вопрос не в том, чтобы я там... как это говорится-то? Я не говорю о том, чтобы сломать кого-то. Я ни разу не пробил броню. То есть... Вау. Просто вау, ребята. Это потрясающая игра. Привет, Зиксена. Ситар, что ты скажешь? Пожалуйста. Мне сейчас как никогда нужна моральная поддержка.
И мне нужно, чтобы кто-то сказал, да, Синг, это дичь. Потому что пока что это дичь. Серьезно? Он выкинул две шестерки. Ладно. Я просто... Это просто фантастика. Но это не ошибка? Что не ошибка? Человеч, там во многом был вопрос в том, что... Ладно, посмотри игру сначала. Да, эта игра, конечно, классная. Очень классная. Я просто в восторге, честно. Не, это... Если я сейчас пропущу второй гол, я не знаю даже. Это просто... Просто фантастика. Не, чел, понимаешь, просто... Ни одного пробоя за такое количество тыр-тыр-тыр, это как-то вот слегка ненормально. Слегка ненормально. Так. Да, окей. Привет, Алисара, демон. Это самая невезучая игра, которую я когда-либо видел. Серьезно. Это самая невезучая игра, которая только была. Ладно, не буду ничего писать, просто... Я не понимаю... Ладно. Я просто не понимаю, как так. Честно. Я не понимаю. Я первый мяч с этим фаерболом, когда... Я в шоке просто, честно. Это такой бред. Это такой бред. Я не знаю даже, как это описать, но это... Я в шоке просто. Я просто в шоке. Это такой... Ну, поняли, в общем. Просто ни одного пробития брони за... Серьезно. Если он сейчас еще сломает, я просто не знаю. Это игра... Эта игра, это... Я не знаю. Класс. Просто она... Ни одного пробития брони за тайм, ребята. Это честно, это настолько... Это настолько смешно.
Это просто... Я честно, я не понимаю, как это происходит. Честно, вот просто для меня это загадка. Я ни один раз не пробил броню в этом тайме. Первый раз за 8 ходов. Нет, я не говорю о том, что я дико рассчитывал как-то. Но... И у меня уже даже взятки нету, понимаете? Это просто... Это просто фантастическая игра, я не понимаю, честно. Не, ну тут пивас в этой игре... В этой игре происходит что-то такое, что... Серьезно, я за весь тайм сделал миллиард ударов в три куба и миллиард ударов с Mighty Blow, и я никого... Никого не пробил. Я сделал одно пробитие за весь тайм. Я просто не знаю. Я честно, это фантастика. Он там сделал один удар, вынес мне игрока. Это просто клоун-фиеста какая-то, честно. Это настолько смешная игра, что... А крыса армия... Это фол был. Это был фол. Или это был уворот. Я не помню. Но это был не мой удар. Это был то ли фол, то ли уворот. Ну, в общем, не знаю. Серьезно, у меня блицер с Mighty Blow отбором. У меня мумия с шестой силой. И фол был, да. Это было с фола. То есть, это просто смешно. Я такого никогда не видел, честно. Ни одной игры в Blood Bowl, чтобы такое происходило. А подбор мяча на 33% и... Это большое испытание для моего спокойствия. Я бы даже сказал, какое-то невероятное испытание для моего спокойствия. Против седьмой брони пиропен когти не нужны. Против седьмой брони она как бы... Эх, ладно. Не, честно, то, что происходит, это... То есть, вот когда мне сказали, ты подставил парня под один куб ударом, типа, у меня... Я подставил свою гулю с блоком и доджем под... под один этот куб, да, и мне говорят, типа, вот это там тыр-тыр-тыр, да? Но, как бы, то, что он потом подобрал на 33%, это очень смешно. При том, что я там все контролировал, и он под 33% берет, подбирает меч. Это фантастика. Ладно, я могу сейчас влететь в его штурм-крысу. Но я сегодня Алисара Демон сыграл ничью, потому что парень кинул пас на 33% под аурами Нурглов. И пас прошел. Вот так вот. Не, ну эта игра меня демотивирует прям... Прям сильно демотивирует. Честно. У меня от этой игры такой бурухтар, что мне его словами не описать. Всем бурухтарам просто бурухтар. Парень уже просто встает в эти... как бы в контакт, потому что у него все получается. Он просто идет в контакт, потому что я его не ломаю. Это очень смешно. Пробой у обоих говно, Нордман.
Ситар, пожалуйста, прокомментируй эту игру. Я не знаю, кто такой Норман, я знаю, кто такой Ситар. Пусть Ситар мне скажет. Вот я очень хочу услышать Ситара. Ситар, скажи, что ты думаешь? Мне нужно экспертное мнение. Морального авторитета. Пожалуйста, господин Ситар. Очень надо. Вот прямо... Не могу прокомментировать как, но очень надо. Ситар отдыхает? Ну ладно, не, ну... Дело не в том, что крысы не должны ломаться в каждой игре. Я об этом и не говорю, ребята. Никто не говорит о том, что крысы должны ломаться в каждой игре. Отнюдь. Сначала я хочу сделать удар. Я сделал удар. Окей, ладно. Извините, просто очень смешно. Да дело даже не в пробое. Там и фейербол, и подбор на 33. Ну, короче, потом будет статистика. Когда будет статистика, статистика говорит ярче любых слов. Поэтому... Как бы. Очень смешная игра. Не, серьезно, очень смешная игра. Норман, конечно, неплохо троллирует, но... Нет. Надо как зомби, как пивас говорит. Дисперсия, дисперсия, дисперсия. Она все не наступает, но я в нее верю. Он выкидывает шестерку. Так, окей. Вау, 2 единицы. Окей. На 10-й ход первое пробитие. На 10-й. Ладно, это очень смешно. Окей. Так, так у меня 4 силы. Вот этого сукин сына надо убивать. Второе? Второе разве? Ну ладно. Давайте, Mighty Blow, отбор, тыр-тыр-тыр. Да не, ну ты шутишь.
Твою ж мать! Это самая смешная игра просто ever, ребята. Это просто... Это космос. Это космос. Это... Честно, это просто... Это настолько классно. Йоу, пробитие. Ничего себе. Не, это игра, это... Не, ну, три куба были просто такие хорошие. Когда я увидел эти три куба, я... Извините. Окей. У меня уже нервное началось. Да, хорошо. От души прям. Привет, Адрелиан. Ну ничего себе. Ну, парень меня просто пожалел. Он такой, типа, ну ладно, я сам буду убиваться. Типа, чувак, мне тебя жаль. Я буду сам убиваться об тебя. Блин. Ну... Я могу сделать блиц в мяч. Окей. Так. Ладно. Стрим стянка-то был, я говорил уже миллион раз в конце месяца. Пока не конец месяца. Окей. Значит, очень смешная игра, ребята. Очень смешная игра. Ну, через верх, по-моему, надежнее убегать, мне так показалось. Как же пробиваются эти крыски, да, Штайр. Эти крыски прямо из адамантия. Как же эти крысы джибошат? 50% увороты. Как думаешь? Давай посмотрим. Ну, типа, по производительности, конечно, первый будет повеселее. Но тут вопрос в том, ты хочешь в руках держать маленькую хренюшку, которая будет 5, или большую хренюшку, которая будет 5,5? Вот, ключевой вопрос в этом.
Что думаешь про падение эфира на 25? Я думаю, что это классно. Всякие обезьяны уйдут из бизнеса. Это хорошо. Because fuck you. Ну ты как-то телефоном активно пользуешься, пивас, в этом плане, чтобы оно тебе нужно было. Какая грязь? Да, по-моему, какая-то вполне стандартная. Ради 3 кубов. Отлично. Теперь мне нужно прокинуть довольно простые кубы. Ну, как довольно простые? Типа 1 гв. Посмотрим, короче. Ну да, тут я, кстати, тупнул на самом деле. Ладно. Так, давайте в центр. Я неправильно почитал. Я идиот. Но я выкинул хорошие кубы, поэтому... Так, окей. Подбор не очень легкий. Тут фол тоже не очень легкий. Сделать сначала удар в 1 куб. Давайте сначала подбор попробуем. Или просто встать на мяч. Или я могу не пытаться ничего делать. Я могу не пытаться ничего делать. И попытаться забрать мяч и забить за 1 ход. Тогда мне желательно оглушить вот этого парня или вот этого парня. Сложный вопрос. Пытаться забить за 1 ход в следующий раз или перестраховаться? Подобрать-то он может. Нет, я перестрахуюсь. Я думаю, что он может забить. Естественно, без пробития. Он просто упал за поле. Нормально. Я не буду фалить. Я просто не дам ему легко убежать. Окей. Это очень веселая игра вышла. Мне понравилось. Одна из моих самых любимых игр за последние пару лет, наверное. Буду пересматривать потом. Если будет тонуть овца и зебра... Кого-то спасешь. Наверное, я буду очень смешно смотреть на то, как они тонут, бултыхаются и снимать стрим. Вот так вот. Даже ради этого трафика себе докину, чтобы съемки были повеселее. Как тебе такая мысль? Привет, Дарий. Ну, пробитие. Я, по-моему, он сам себе сделал больше пробитий, чем я ему, вот честно. У меня вот такое, как бы, уверенное впечатление. Так, дружок. Да, все нормально, все нормально. Все очень легко. Thank you.
Наконец-то! Лол! Неужели, Степан? Степан, неужели спустя столько игр ты наконец решил это сделать? Так, это плохо. Ну окей. Я просто шокирован. Степан захотел. И Степан сделал это. Потребовалось много-много игр, но Степан порадовал болельщиков. Ох уж этот Степан. Ох уж этот... сукин сын. А, так вот. Теперь мне надо подобрать мячик и забить. Я подобрал мячик. 7 ходов. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Если я делаю 2 ГФИ, то я забиваю в следующий ход с 2 ГФИ. Ну... Кто бы сомневался, ребята? Кто бы сомневался? Разве могло быть иначе? Окей. О, блин, как вовремя? Как вовремя полетели эти пробития? Ой, ладно. Потрясающая игра просто. Да, дружок, до мяча будет тяжеловато добраться. Не, класс, конечно, класс. Не очень понял смысл этого хода, но окей. Этот нокаут сделал игру. Смешно, смешно, очень смешно. Он опять выкинул шестерку. Класс, просто класс. Не, ну гол престижа я, конечно, пихну, скорее всего. Но ощущения у меня от этой игры, ребята, такие, что прямо не горюй. На моей заднице сейчас можно мангал просто пилить какой-нибудь. Очень смешная игра. Очень смешная игра. Но если будет плюс ход, то теоретически хреновые, но шансы есть. Отлично. Так, окей. Три куба, ребята. К сожалению, только нокаут. К сожалению, только нокаут. А я хотел его убить. Ладно. Не, ну одно пробитие за тайм это норм. Он жалуется на кубы. Ой, Господи Иисусе. Он жалуется мне на кубы. Я просто в шоке. Господи. Ладно, я просто класс. Ладно, надеюсь, я убью хотя бы этого парня, чтобы ему было не так приятно.
Давайте-ка, 100% пробитие. Это так смешно. Хорошо так. Пропускаю следующую игру. Добро, брат, добро. Не, серьезно, этот челик рассказывает мне про кубы. Серьезно. Такой смешной, такой смешной. Так, дружок-пирожок. Я что, делаю 3 куба, да? Вообще легко делаю. Вопрос только в том, как их сделать. То есть можно, можно ударить. Давайте, давайте в 3 куба сейчас. К сожалению, без травм. Окей. Не, забавный чел, конечно. Забавный чел. Еще и не встал. О, господи, ладно. Нужен ивент на плюс, гол. Нужен ивент на плюс гол. Это смешно. Потрясная игра. Он мне еще про кубы начал рассказывать. Он за первый тайм получил 1 пробитие. И он мне рассказывает про кубы. Это так смешно, так смешно. Плюс ход. Нет, плюс хода не будет. Жаль. Ивент на плюс этот. Ну не на плюс гол, я имею в виду. Ивент на плюс... как это называется-то? Короче, на плюс 1 ход. Ну вот, я вспомнил. Был бы ивент на плюс 1 ход, мы бы еще зацепились в этой игре, но как-то вот. Такой, конечно, блиц, даже блиц. Тут не плюс ход, тут блиц надо. Ну, не знаю. Блиц тоже был бы норм. Но это очень смешная игра. Класс, вот. Почему это произошло на последнем ходу? Просто кто мне объяснит, по какому принципу это работает? Ну ладно. Дисперсия. Смешно, смешно. Вот сейчас про дисперсию было в тему, чел. Сейчас про дисперсию было в тему. Так. Серьезно. Такая классная игра.
Вот уж где я не ожидал проиграть сегодня, так это здесь. А вот. Потрясающая игра. Вот целых три крысы празднуют. Да понимаешь, Ситар, тут были такие заходы, что я не знаю просто. 51 отбор, класс. 51 отбор, 16 брони. Притом самое смешное, что это 2 пробития брони в первом тайме и 14 пробоев брони во втором. Это так смешно просто. Так смешно. Класс. Как это работает, я не понимаю. Оу, ребята. Ребята, блин, тут столько сладкого. Черт. Блин. Даже не знаю, что взять. Хочется взять мув, но не знаю, как бы, сложно. Теперь мучайся, что брать. Не, ну вообще мув, наверное, надо брать. Наверное, надо брать мув. Хотя, конечно, гвард тоже было бы очень здорово, но мув, наверное, был бы полезнее. Вот. Движение же. Ну, типа, движение это классно. 8 движений, это тыр-тыр-тыр, но... И ладно, возьму движение. Возьму движение. Да, этот гуль стал еще страшнее. Бери досылый вентиль, да, да. 9-2-2, класс. Божественная игра. И парень, который разъясняет мне за удачу. Я почти сгорел, серьезно. Крыса 22-0, класс. Ситар на орках, ох ты ж, ничего себе, ситар ты даешь. Немало сыграл, немало. А так вот. Пупок на нурглитах просто 45 игр. Офигеть. Гринпек машин поднялась немножко. 9-4-3. Окей. Манки Кингс немножко упали. Но не немножко, сильно упали, конечно. 90-е, 10-2-2. И нурглиты, ну там все плохо еще. Ты с Триксом и Овалом на одной странице? Сейчас посмотрю. Так. Нет, не здесь. Да, Трикс играет за людей. А овал за лесных эльфов 5-0-0. Овал за лесных эльфов. Смешно, смешно. А у нас с Триксом одинаковая стата, только у него команда стоит на 300 тысяч дороже. Забавно, забавно. Не знаю, честно говоря, я пока наибольшее удовольствие получаю от игры орками. Потому что, играя за орков, я не особо дергаюсь и, как бы, играю надежно. А за всех остальных происходит какая-то полоумная дичь. В общем, я не знаю, как это описать, но у меня, в общем, там раскололось сейчас очень нехило. Последняя игра — это космос. Просто космос. Фух. Ладно. Не, я на сегодня, пожалуй, все, честно. Последняя игра, это она вытянула из меня вообще все эмоции. Давайте посмотрим на команду Ситара. Сейчас я название найду ее. Команда Ситара называется Азаза. Давайте посмотрим. Раз уж просят, то давайте глянем. Странное название.
1900 почти лимита. Блицер с двумя мувами. Офигеть. Блицер-убийца с двумя мувами. Так. Парни на фол. Он качает первыми Mighty Blow на чёрков. Вау, окей. А потом еще и гварды. Окей, это очень странно. Стандартный бросающий. Блицеры какие-то уныленькие. Один хороший блицер вот, а остальные блицеры так себе. Забавная команда. Окей, забавная команда. Я даже не знаю, за кого пытаться идти вверх, потому что у меня бомбит, честно говоря. То есть, давайте-ка на секунду посмотрим. Значит, да, честно говоря, смотрю, достичь результата нежити 26-4-3 тяжело. Достичь результата ситара 25-6-3 тяжело, но, наверное, реально. А достичь результата 32-8-5, я не знаю, смогу ли я сыграть столько игр и не взорваться. О, Господи Иисусе. Ладно, я на сегодня все. Всем спасибо, кто был. Наверное, я всю запись выложу на YouTube. Уж больно это был специфический сегодня ран. Вот. Завтра встретимся. Еще скоро Руба БЛ. Такие дела, поэтому... Играйте, выигрывайте, будьте добрее друг другу, не БМте в чатике и до завтра. Пока-пока.